решил поснимать пацанов, которые залезли в воду час назад, а их вообще нету. Наверное, прижало тихухой. Походу, не могут вернуться. Черепеша не повяжут. English? Yes. I'm on to change this fish. Чёрным? Надо забрать, да. Нормально. Пацаны, мы же выживаем, надо забирать. Короче, Виталь притащил с моря огурец морской. Короче, сейчас мы его будем дегустировать. What Norwegian people think about Russia? Putin is the craziest son of a b***h. Ребят, идем к местному. Видите, попробуем это, сейчас что-то выменить. Да? Не знаем, что из этого получится. Несмотря на погоду, решили все-таки проверить одно интересное место, до которого вчера нам не позволило дойти течение, да, очень тяжелая трудовая вода была, гребли, плюнули. Два нырка только. Да, два нырка и все. Сегодня вот хорошая благоприятная обстановка, несет течение как раз к тому месту, куда нам надо выйти, и от него же есть хорошая обраточка к нашему лагерю, где мы стоим. Боже мой, куда нас несет, подхватит, и мы пойдем, и до вешки дойдем. Давай-ка, да, вот так вот кругом. Да, раз, вы на вешку сейчас, да? Да. Там, видишь, вешка сюда, а здесь обраточка. Ребят, давайте. Хвоста, ни чешуи, ни гвоздя, ни жезла. Все четко на дне видно. Мелкий галечник такой. Палтуса хорошо видно на нем. Погнали. Палтуса. Хорошо. Палтуса. Да, видимость лучше, чем была наша, да? Да. Поснимать пацанов, которые залезли в воду час назад, а их вообще нет. Нашел через 10 минут поиска, снесло, видно, течением. Наверное, прижало тихухой. Походу, не могут вернуться вдоль берега, возвращаются. Попали, да. Текуха прямо конкретно на самой вешке просто сумасшедшая. Нереально, сносила, да? Камеры разворачивала, маски снимала. Сразу за камнем вся рыба стояла. А что за рыба? Да вся, треска, вся сайда. Вся вообще, треска, сайда, все что угодно. Ну чё? Уставшие, но довольные. А кто взял, Миша или ты? Миша взял. Обе? Ага. Красава, Мишаня. А крупного ничего не видели? Нет, такого, что вау. Мы против текухи один заход не попали, второй заход, и там нужно стоять против течения, чтобы на месте. И тяжело отдыхать и стоять одновременно, поэтому мы две взяли и все назад. Пользуемся прелестями цивилизации, да, пока можем? Да. Разрешите попробовать? Разрешаю. Ладно, мы пошли попробуем парить треску. Ну здесь кило 4 на. Ебать, у меня тогда рыба какая, если здесь 4? Килограмм 6. 5 или почти 4. 4 килограмма, я же говорю. Угу. А это 3 килограмма. Это как называется? Гортекс? Это гортекс, мембранная ткань. Она вообще не пропускает воду. Здесь можно стоять просто подвижно. Да, круто. И все, и вся вода падает в море. Вместе с остатками еды. Круто. И рыбы, крабы, потом ее доедают, и она растворяется в океане. Hi guys, speak English?
first? I want to change this fish. Because we live here about 2 weeks and we eat only fish and have no money for buy some food. It's good fish, 2 hours ago we caught it. Он денег тебе даст, Миша, ты красава. Бери, конечно. You can give some money, what you can. Okay, this is good. Woo, cool, guys. Thank you, guys. Thank you, too, yes. Thank you, guys. Thank you, guys. Миша, красава, ты бабки заработал. Заработали сегодня с первые свои 100 крон, поменяв 2 трески. И теперь мы можем купить себе хотя бы какие-нибудь продукты, хлеб, колбасу, все что угодно, то, чего нам не хватает, потому что мы питаемся пока только одной рыбой. Кстати, 100 крон на данный момент это 675 рублей, либо 12 долларов. Но могли бы и побольше нафигачить. На самом деле, да. Мы взяли денег, сколько дали, мы ничего не просили. Пошли пацанам похвастаемся. Заработали. Серьезно? Да. Серьезно, поменяли? 12 баксов. 674 рубля. Соточка, очень хорошо. Пойдем Ветре поедим. Ветре еще поржем. Ветре, мы заработали только что 100 крон. Красавчики. Че, возьмем? Надо забрать, да. Нормально, забирай. Пацаны, мы же выживаем, надо забирать. Криминал? Миш, беги. Смотрите, вот сейчас написано, что через 48 минут будет солнце. Смотрите, что сейчас льет. Тучи рассеиваются. Мы поэтому сейчас переедем на новое место, которое полтусовое место, такое Андрюха нам обещает показать. Вот, и будем пробовать там выменять еду на лодку. Потому что, честно говоря, достаточно тяжело выгребать против текухи. Ребята сейчас ушатались. Едище. Та-дам. Класс. По-бедному. Без хлеба едим. Хлеб-то... Ой, смотри, какая нежная. Ребят, в общем, стартуем. И сейчас едем в полтусовое место. Дождь не прекращается. Но надеемся, что сейчас будет солнце. Вот наш дом на колесах. Обзор на него чуть попозже сделаем, когда лагерем станем. Кстати, ЕС всего 9 литров на сотню. If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. В общем, мы приехали. И здесь какой-то этот написано, что no camping. То есть нельзя, мы не можем там остановиться. Вот там распогаживается, смотрите, сейчас будет солнце. Вот здесь миляк, песок. И там палтусы лежат, греются на солнышке. Андрюх, ну что, мы нашли классное место для стоянки. Да, надо сейчас выровнять по вертикали машины. Отлично все. Давай назад чуть-чуть, давай. Выравнивай машину. Да. Андрюх, открой секрет на самом деле, что у тебя все-таки сзади такое находится? Дополнительный такой букс, куда можно сложить такую уличную экипировку, кемперское оборудование различное. Вот видите, в данном случае мы буйки перевозим, столики, стулья, различные чехлы. А ты как скажи, он в комплекте шел с автомобилем или ты его как-то приделал? Да. И подвеска для велосипедов вот эта бралась отдельно, и бокс вот этот отдельно красился под цвет автобуса. Здесь шланг без заливки воды. Удобно, подъехал к любой колонке, к любому торчащему крану, да, такой специальный раструб под различные диаметры кранов, да, можно надеть. Бак для воды, все, 60 литров воды заправляем и работают две раковины на кухне и в туалете, унитаз смывает воду. Дело за малым, поставить три стенки, да, чтобы превратить просто навес в маленькую комнату. Ну вот примерно так выглядит современная палатка, да, которая сама перемещается по стране и по ближайшим странам. И вот такой домик мы сделали из обычного автомобиля. Ребята, мы наконец-то добрались до места, где мы будем искать палтуса. Трофей. Трофей. Трофей, да. Разложили лагерь. Погода супер, только-только вышло солнце, 2 дня лил дождь. И наконец-то мы там, куда мы хотели больше всего попасть. И это дикое место, никакой ни кемпинг, ни туалетов, ни души, ни кухонь, ничего нету. А теперь посмотрите красоты, которые вокруг нас. Посмотрите, в каком месте мы остановились. Поехали.
сегодня ночуем в лесу, на природе, и ночью температура опускается до 3 градусов. Я недавно познакомился на выставке с ребятами, которые выпускают майки с пауэрбанком, который греют, ну то есть ее одеваешь, майка с обогревом. Они, ну то есть здесь прям пауэрбанки в комплекте есть, в карман кладешь, и типа мы не можем спать, ходить, нужно потестировать, и потом в конце мы скажем свое мнение. Обалдеть. Крутая эта штука или говно? Вот, то есть это обычная футболка, майка даже, смотрите, это майка, вот. И здесь карман специально под пауэрбанк, сюда засовывается, одевается, и она греет тебя. Незаменимая вещь для рыбаков, кемперов, путешественников. Да, ссылку оставлю в описании, кому интересно. Ну, у тебя здесь карман, клади сюда пауэрбанк. Окей. Ты сейчас на максимум поставили. Теперь кофту сверху, и кайфуй, братан. Кайфую, сейчас посмотрим. Начну гореть, тушите, пацаны. Палтусы. Палтусы у вешки надо, к вешке выходить. Там глубина вокруг. Они просто, ну, по мелкоте-то не будут. Надо к вешке их смотреть, их вот на подходах к ней. Солнце получше, чтобы сверху видно. Трофейный ужин, да? Трофейный, да. Рыбы мы уже наелись, поэтому будем есть сосиски. Которые вымели, да? Да, мальца подгорело, но ничего страшного, да? Так, еще вкуснее. Ребят, обычный ужин в Норвегии. Ну что, всем приятного аппетита. Просто посмотрите, какой красоте мы кушаем. Это про... Я не знаю, это словами не описать. Петль притащил с моря огурец морской или трепанг, как называется? Да или... что-то похоже что-то, на съедобное. Что-то похоже. Короче, сейчас мы его будем дегустировать. Жевать невозможно. Там пишут, ты же читал, что вроде его шкуру едят. Да его всего едят. Китайцы и японцы. Его есть? Да, целиком прям. Что пишет Википедия? Что съедобно? Все. Я не вижу даже, ну что. Дай понюхай огурцом, да пахнет. Реально, понюхай. Ну говорят, что. Да, все говорят. Я читал, что типа огурцом они пахнут. Ну и чего, Веток, нормально? Нормально? Нормально. Подписывайтесь на канал Кондрашова. Короче, ребят, мы же замерзли тут стоять. Температура упала до 3 градусов. И у нас сейчас задача вот эту рыбу поменять хотя бы на картошку. Мы хотим уху сварить. И у нас выпал челлендж Ветелю. Ветель не знает английского языка, и тем самым это будет еще интереснее. How fish? Six. Six? Oh, show please. Вау. Ага. Треска. Чищенная. You're from this place? No. I got a little place upside here, a little apartment. We just live here about 2 weeks, so we don't eat meat, and maybe we can change this fish for potato, some food or something, if you have. Yeah, I'm serious, you know? Yeah, I do believe you. Ah, thank you, sir. From Finland? Finland, yeah. Смотрите как. Какая у него рука уже набитая, да? Maybe whiskey. One shot for whiskey. Yeah, we can go up and see if we get any potato or carrots or something for you. Maybe okay. First whiskey. First, good idea. First I drink this beer. Ребят, идем к местному. Попробуем сейчас что-то выменить. Не знаем, что из этого получится. Ну не знаю, у нас бы чувак бы застремался, мне кажется. Подумал бы, что пришли три мужика здоровых, которые хотят его просто обуть. Ребят, чтобы вы понимали, сколько времени. Здесь на самом деле, я каждый раз удивляюсь, это уже час ночи. Я никак не могу привыкнуть. Wow. That's not much. It's a couple of socks. Ah. Thank you so much. Okay. Thank you. Just two. Thank you so much. We wait you. Thank you. We waiting today. Чем мы взяли-то? Да просто.
Давай посмотрим. Смотри. Вот потейто. Вот это в кульке. Это потейто. А редька. Редька, морковка, лук. Это сосиски. Сосиски, он сказал. Это офигенно, сосиски. Нормально. Он нам принес все ингредиенты для ухи. Все. Всего один раз нас послали за все время, заметьте. Да-да-да. Шведы. Шведы. Мы вас хоккей будем ебать все время за это. Здесь он монтажирует. Там тут, короче, приделывают очки и такие сигары. Миш, какие выводы сегодня сделал о людях, которые местные здесь? Радует, что люди такие отзывчивые. Они готовы помочь ближнему, незнакомому. Будьте добрее, будьте отзывчивее друг другу. Всегда помогайте. Это то, чего нам так сильно не хватает. Я сейчас возьму чужой велосипед. Я никогда в жизни никогда не брал чужую вещь и ей не пользовался без спроса. Че, вижу, они повяжут, блин. Это попадос. Пацаны, Миша велик угнал. Ребят, 2 часа ночи. Ладно, я не думал, что 2 часа ночи. А спать хочется, Свет? Вообще нет. О, Брэд! О, Брэд! Сэмпин. Excuse me, what's your name? Юн. Юн? Юн. My name is Alex. Nice to meet you. Meet you, Alex. Виталик. Виталик? Yeah. Oh, точно. Майк. Майк. Андрей. Андрей. 4 Russian guys, 1 Russian name. Nice to meet you. Nice that you come here. We was waiting you. We waiting you, yeah. We waiting you. What do you like and what do you unlike in Norwegian? I like the wilderness of it. It is a lot of space in Norway. Yeah. A lot of space. Yeah. What I don't like is they are locking the cities in and you have to pay fare. Норвежцы все крутые, все дружелюбные. Ну, по крайней мере, не встретили еще ни одного человека, который бы нам отказал. What Norwegian people think about Russian? Press is telling that Putin is a crazy son of a bitch. Сумасшедший. And I have a lot of... This guy from Ukraine. If you don't like Putin in Russian, you just can disappear. It could never happen in Norway. I don't know much about it, but the rich elite in Russian is getting richer. And the working people, I think, getting poorer. It's true. It's true? Yeah, it's like that. Yes, I see it. Мы смотрели вот «Орел и Решка», допустим, показывали, как акулу норвежские ребята закапывают в землю, полгода там ее хранят, ну или какое-то время хранят, и ее потом едят. Мы спросили, он сказал, что это вообще дерьмо, я такого в жизни не слышал. Он сказал, что ему 52 года, и он никогда такой ерунды вообще не слышал, в принципе. И говорит, российские телевидение неплохо так поднимает рейтинги. Ян. Yeah. Last question. I'm so sorry. Last. Yeah. Maybe. Jan, if you have a choice, when you want leave, when country you want leave now? Leave? Yeah, now. Norway, of course. Norway. Sake, man. Okay. I love it. Jan, давай я тебя пожму руку, ты красава.